Всем привет, всем хорошего настроения. Сегодня прямой эфир у нас по капсуле. Хочу показать и вот этот вариант, и вот этот вариант, как я его делала на типсах. И у меня для вас личная новость. Сейчас покажу несколько новинок, которые coming soon. Покажу только для вас, для моих подписчиков. Пожалуйста, не мучайте моих дистрибьюторов. Это все coming soon будет. Мне наконец приехала Ace Base. Новая база цветная с новой формулой. Ко мне приехали 4 новых оттенка гель-лака. Это промежуточная коллекция 4 оттенка. Вот, и сегодня я опять поработаю капсулой. Да. Короче, сегодня покажу вам не только капсулу, но покажу очень много новинок. Потому что я в субботу проводила эфир, многие просят показывать новинки, какие ожидаются. И вот сегодня есть такая возможность. Но еще раз, смотрите, это все новинки, которые еще вот мы даже не анонсируем. Это только-только ожидаются новинки. Что-то, возможно, будет уже в продаже в конце сентября, что-то будет в начале октября. Как настроение? Пишите, кто пилит. Это у меня любимый вопрос, когда я выхожу в прямой эфир в обед, в рабочий день. Что люди делают в этот момент? Кто, кстати, вчера видел прямой эфир по курсу аэрограф гель-лаками? Он стартовал. Курс долгожданный. Вот мы его долго ждали, и многие спрашивали, почему запустили. Потому что гель-лаками и гель-лаками Эми. Именно. Вот, это мне очень импонирует. И эксперт новый, который у нас появился, Елена, вот, она сделала совместно с нами очень классный, простой курс по градиентам. Потому что градиент — это, знаете, такая извечная боль любого мастера, хоть профессионала, хоть непрофессионала, все равно градиенты, они забирают очень много времени, когда вы их делаете гель-лаками. Вот, а здесь аэрограф. Ну, как для меня это было открытие, я особо никогда аэрографом не интересовалась, но для меня это было открытие, что гель-лаками Эми получается классный, быстрый градиент, там буквально за считанные минуты. Вот, поэтому, кто пропустил эфир, обязательно пересмотрите его сегодня тоже. Так, кто-то пишет, жду новые оттенки камуфлирующей файбер-базы. Я тоже сама жду, но они у нас, скорее всего, задержатся. Потому что я уже говорила, нет какого-то ингредиента, причем этот поставщик сырья, он один единственный на всю Европу, и у него этот ингредиент берут все практически заводы-производители сырья для ногтей. И да, сейчас у нас с файбербазами будет немножко перебой. Ладно, давайте я вам покажу, сколько всего интересного, классного вам приготовила. Ну, так как у меня сегодня, знаете, эфир про капсулу, конечно же, я такой, знаете, я себе даже фон сделала такой синенький. Думаю, чтобы все же было красиво в экране. Вот. Ну, я начну опять же с капсулы. Очень мне хотелось показать именно вот эти, вернее, вот эти два варианта дизайна. Потому что я их делала нестандартным способом. Не когда мы приклеиваем просто сверху шармикон, а когда делается путем заполнения. Кстати, очень много здесь классных идей есть. Смотрите, могу вот так повернуть. Давайте вот так сделаю. Делайте скриншот. Пригодится. Смотрите, сколько всего здесь. Делайте сейчас скриншот. Идея для капсулы. Смотрите, сколько всего можно придумать. Обожаю это сочетание. Кстати, хотела сейчас рассказать вам еще, как родилась идея этого сочетания. Да, самое главное, я же не рассказала вообще, откуда идея пришла сочетать вот таких два, казалось бы, контрастных оттенка. Многие, кстати, боятся этого сочетания. Я, например, очень люблю в гардеробе сейчас. У меня вообще осень, это она под лозунгом идет. Сочетать несочетаемые цвета. У меня 6 оттенков сейчас в гардеробе. Это все чистые цвета. И они абсолютно идеально друг с другом миксуются. У меня сегодня красные губы, синяя рубашка, зеленые джинсы и фиолетовые лодочки. Так, ну, вдохновили меня
на эту красоту. Показ круизный Louis Vuitton. Это свежий показ. Это круизный показ 22. И причем не только у Louis Vuitton сейчас встречается вот этот чистый синий оттенок в сочетании с красным. Сейчас очень много этого можно встретить в масс-маркете. Вот я сейчас уже знаю, что мне, например, не хватает в гардеробе красных и синих цветов. Вот я завтра планирую поехать в магазин и еще что-нибудь прикупить. Вот, поэтому капсула, она родилась вот как раз на основе вот этого показа Louis Vuitton. Я очень люблю Louis Vuitton, потому что у них помимо сумок и обуви очень крутые, классные лекала и в одежде, и нестандартное сочетание принтов, не только Lagomane, да, они не лепят ее там кругом, этот Louis Vuitton. У них очень много классной одежды, которая идет там без вот этого липоватого принта. Так. Сейчас я прям покажу все объекты из этого показа, потому что они там очень разные. Вот смотрите, это этот же показ, тоже Louis Vuitton и тоже круизная коллекция. Видите? Сочетание красного и синего в принтах через вот такую морскую тему, да? Вот платье, которое было предыдущее, это такой, знаете, стиль спорт с футуризмом смешанный, да? А здесь вот такая, например, идет классическая прям модель от морской тематики отталкивается. Опять же, сочетание красного и синего. И видите, в показе очень много разных оттенков и красного, и синего. Но они очень круто смотрятся. Вот, поэтому очень рекомендую посмотреть этот показ. Он очень классный. Очень вдохновляет, по крайней мере, на работу вот с такими яркими цветами. Вы тогда, знаете, перестаете бояться. Вообще, вот мне стилист не так давно, я уже говорила, не в одном эфире жаловалась, говорю, клиенты боятся. Боятся использовать в гардеробе яркие чистые цвета, а по мне так скучно. Одна бледнятина уже надоело. Вот это вот все нюдово-бежевое, там грязно-зелененькое, грязно-серое. Вот, не знаю, мне надоело. Мне кажется, вот очень крутая осень, когда идут чистые оттенки. Вот, смотрите, это тоже детали из показа круизной коллекции Louis Vuitton. Это все свеженькое. Потому что многие спрашивают, откуда вы это берете, зачем такое сочетание цвета. Вот, смотрите, ну классно же, что в аксессуарах, что верха, что низа, сочетание красного и синего, оно имеет место быть. Так, ну вот я вам показала немножко Louis Vuitton, и мы с вами давайте переходим на работу уже с капсулой. Итак, что у нас входит в капсулу? Капсула, как всегда, что это? Это красивая коробочка. Капсула называется «Реформация». Скоро будет еще готов ролик прикольный, такой в стиле космический футуризм, такой тема космоса. Конечно же, здесь идет в этот раз, в этой третьей капсуле, мы решили сделать индивидуальный шармикон, который идет только для этой капсулы. Вот. Также лукбук идет с несколькими мастер-классами. И сзади идет QR-код. К этому лукбуку, вы эти мастер-классы можете по видео посмотреть. Ну и, конечно же, сами оттенки. А, и там идет наклейка, две наклейки. Идет синяя и красная наклейка, не ложечки, понятно, а именно наклейки идут еще в наборе, чтобы вы могли выкрасить. Так, я сейчас наклейку клеить не буду, да, чтобы время не терять. Красный. Мне очень нравится красный, смотрите, под матовым топом. Вот прям я влюбилась вот в это сочетание. Блин, сейчас вот видно. Сейчас, девочки, фокус. В
Фиговый стал фокус в последнее время. Меня это аж прям бесит. Ну, смотрите, сейчас, в принципе, вот хорошо видно. Смотрите, какая красивая крапушка у этого красного. Я вот в этот красный влюбилась, когда покрыла именно матовым топом. Поэтому вот рекомендую этот красный именно под матовым топом. Сейчас вот в осень это будет актуально. А ближе уже, например, к Новому году, можно этот красный предлагать уже клиентам, например, под Новый год. Ну и если, например, клиент предпочитает вообще красный маникюр носить на очень короткой длине, будет здорово, в принципе, и блестящий. Очень красивый оттенок. Сразу говорю, у нас нет с таким шиммером крупным красного цвета. У нас есть такой, знаете, перламутровый красный, да? Но чтобы вот такое золото блестело, вот такого красного нету. И синий. У нас специально выбрали этот оттенок синего. Почему? Не хватало в коллекции именно этого оттенка, потому что вот прошлый синий, в прошлой осени он был такой, знаете, вырви глаз синий, да, он прям вот очень яркий был. Вот, этот синий, он спокойный, можно сказать, он такой, знаете, теплый синий. Такой красивый синий оттенок. И он действительно, знаете, такой вот прям вот для этой осени. Роскошный синий цвет. Так, сейчас мы с вами сделаем два дизайна. Я уже приготовила специально длинные типсы. Сегодня у нас будет дизайн для длинных ногтей. Потому что я поняла, что это на короткие ногти не поместится. Потому что я хочу именно вот такое сочетание сделать в дизайне. Вот, я выбрала такую форму балерины у типс. Сейчас мы с вами поработаем. А, и еще раз напомню, дождитесь конца эфира. Смотрите, у меня здесь новинки лежат. Новые гель-лаки, промежуточная коллекция. Вот кто ждал базы, смотрите, вот они, новые базы с новой формулой, цветные базы Ace Base, зелененькие также покажу, чуть-чуть красочек покажу. Поэтому обязательно дождитесь конца эфира, я пройдусь еще по новинкам сегодня. Да, покажу, девчонки. Ну, поехали. Смотрите, мне очень понравилось делать декорации из капсулы. Когда мы сначала клеим декорацию, давайте берем вот этот прям в стиле космос. Прикольный такой шармикончик. Сначала его приклеиваем. Где-то чуть... Можно даже, в принципе, по центру приклеить. Все приклеили тщательно, так распределили. Приклеивать шармикон в этом случае, именно вот на это место, на эту точку, лучше нанести теклос. У него резиновая поверхность, и очень хорошо тогда приклеится текстон. Смотрите, теперь берете гель-лак и тонкую кисточку. Ну, в данном случае нам сейчас понадобится синий сначала, да? И видите, я смотрю на свои руки, думаю, что я там делала. Так, берем синенький. Выкладываете на палитру куда-нибудь. Выкладываем на палитру. Берете тонкую кисточку. И смотрите, сначала делаете рисунок контурный вокруг шармикона, чтобы гель-лак не успел никуда потечь. И рекомендую прям подсушивать каждые там 3-4 линии сразу в лампе. Ну, поехали.
можно вот так вот каждые несколько линий подсушивать. Сушим. Видите, оно прикольно, тогда вот эта часть, она становится, видите, прозрачной, будет светиться прикольно. Еще раз напомню, девочки, кто дождется окончания эфира, я сегодня покажу еще новинки, которые у нас ожидаются. Так, а сейчас мы работаем с вами новинка. Это капсула номер 3. Это, скорее всего, в этом году последняя капсула, больше мы не планируем. У меня, наверное, она самая любимая. Хотя первая капсула тоже мне прям подходит и по цвету. Я, наверное, больше всего ногтей сделала именно с первой капсулы. Но именно вот эта капсула номер 3 реформация, она у меня очень четко отображается в гардеробе. Мне так понравилось вот это сочетание. Просто я влюбилась. И мне нравится именно в одежде еще такое делать. Миксовать чистые красные вещи с синими. Кстати, оттенки из первой капсулы, кто не успел купить, они пошли у нас в основную коллекцию. Вот. Ну, потому что там очень удачный розовый, у нас такого не было в коллекции, в базовой. Поэтому ее добавили в базу, присвоили номер этой капсуле. Серый тоже не было такого оттенка, поэтому мы добавили и серый в основную коллекцию из капсулы, тоже присвоили номер. И если нужно, я потом номера вам скажу, какие у первой капсулы сейчас. На самом деле, вот кажется, что вроде как геморройный дизайн делается очень быстро, зато он получается очень интересный и нестандартный. Вы, кстати, за матовый вариант или за глянцевый все-таки? Блин, мне вот красный очень нравится, матовый. Не могу, прям вообще. Смотрите, как красиво, матовый. Такой получается декоративный френч. Так как гель-лак субстанция жидкая, поэтому будьте очень внимательны, чтобы ничего не потекло. Все. Сушим. Теперь берете уже, ну, если кутикулу сделаю, то кутикулу лучше тоже отдельно вот так вот просушить. Но так как у меня сейчас стипс, я просто сейчас возьму кисть из флакона и пройдусь с кистью из флакона. Сделали. Сушите, и можно теперь приступать к красному цвету. Ну, красный цвет тоже сначала выкладываете на палитру.
Мне очень, кстати, прошлый раз типсы тоже понравились. Кто пропустил прошлый эфир, он меня, кстати, помните, он заглючил же прошлый эфир. И я сделала из этого эфира мастер-класс. Вот обязательно посмотрите вот эти два типса. Мне, конечно, больше всего вот этот вариант понравился, как можно при помощи шармикона и всего лишь двух цветов оттенка гель-лака сделать вот такой вот эффект красивый. Да, девочки, спасибо за цвет блузки, что вы пишете, что он мне идет. Я много лет вообще не могла решиться ни на какие яркие оттенки. Я вообще, кто бы сказал год назад, что я буду ходить с такими оттенками, вырви глаз, не поверила бы. Меня стилист несколько лет подряд пыталась уговорить купить какую-нибудь красную вещь, там оранжевую. Помню, она меня все на оранжевый уговаривала. И я вот ни в какую. А здесь получилось меня уговорить. Ну, тоже здесь помогаете себе гель-лаком, тонкой кисточкой. Получается такой, на самом деле, декоративный больше френч. Все, и теперь кисточка из флакона уже помогаете себе. Сушим. Теперь, так как я хочу здесь добавить теперь второй слой шармикона, но только, видите, уже сверху без просвета, то нам понадобится теклос уже на всю поверхность. Как я креплю ноготки на раму? Это скотч такой, который называется Потафикс. Блин. Сейчас покажу. Он прям продается, этот Потафикс. Это скотч для бумаги. Проще в Google зайти, забить, купить Потафикс. И там будет много мест, где его можно купить. В канцелярских товарах в основном продают. Ну, по идее, красненький нужно бы еще разок пройти, но мы не будем сейчас второй раз красным проходить. Я когда делала, конечно, я два раза проходилась. Так, все, берем теклос. Перекрываем. Идей очень много с этими оттенками. Видите, и в золоте это тоже, кстати, здорово смотрится. Вот, поэтому за золото тоже не забывайте. Тоже можно сделать в золоте. Мне, конечно, вот такая вот штука нравится с такими дугами. Необычно, когда частично пустой ноготь. Здесь классно применять вот этот шармикон, который идет в самом наборе. С шармиконами из текущей нашей коллекции, да, из базовой, я бы сказала. Вот кто не в курсе, у нас линии, мы их давно перевыпустили. Золото, серебро, линии, белые, черные. Вот они классно дружат с этой капсулой. И вот добавлялки разные можно делать с линиями, ну и, конечно, с квадратами тоже. И кто не в курсе, что мы квадраты перевыпустили, смотрите. Мы их перевыпустили и добавили малышей сюда заполненных.
Так что и квадраты есть, золото, серебро, белый, черный. И они вот классно дружат с этой капсулой. Да, мы планируем расширять ассортимент на Wildberries, но я бы не сказала, что прям весь. Потому что, понимаете, недостаток Wildberries, он какой? Понимаете, они что хотят с ценами там, то и делают. И отследить эти цены просто физически невозможно. Они могут там дать 70-80% скидку резко вот так вот бабахнуть. Вот, там жесткий демпинг идет. Вот, поэтому пока у нас на Wildberries не вся продукция. Вот, но в чем плюс Wildberries? У нас на Wildberries очень много гель-лака цветного. Смотрите, вот цветник, цветной гель-лак, декорации. Все это есть на Wildberries. Вот, там, возможно, нет для базового выполнения. Там гель-лак базовый, классика база. Шармиконов мало на Wildberries, да? Ну, блин. Девчонки, я надеюсь, что мы научимся работать с Wildberries. Вот, пока мне не очень нравится. Вот, но ассортимент расширять будем. Смотрите, вот кто сейчас спрашивал за Wildberries. Постепенно ассортимент будем расширять. Потому что это не так просто, смотрите, расширить ассортимент. Потому что там нужно платить за все складские остатки, которые хранятся на Wildberries. Вот. А это достаточно, ну, как бы... накладно. Вот, поэтому ассортимент будет расти, но не весь сразу. Вот, смотрите, что у нас получилось. Прикольно? Мне очень нравится. Я когда себе сделала, прям влюбилась в этот дизайн. У меня почему-то ассоциации фильм «Чужие» или «Пятый элемент». У кого какие ассоциации с этим ногтем? Так, я беру матовый топ. Как вас найти на Wildberries, подскажите. Галя, как находят на Wildberries марку? Забивают ее просто. Эмина забиваете и все в поисковике. Ну, попробуй, да, мне же прям интересно. Так, я решила оставить дизайн матовым. Потому что мне вот именно красный цвет, я в него влюбилась именно в матовом исполнении. Поэтому у меня постоянно все дизайны покрыты матовым. Потому что очень классное сочетание. Круг. Эми гель лучше. Оно там высвечивается. Просто если... Дай покажу. Просто если просто Эми, оно там высвечивает пластинки, которые, видимо, достойны этой премии. Вот, смотрите, девчонки. Эми гель забиваете. Походу. Не просто Эми, а вот Эми гель, Эми гель лак. Эми лак, там оно высветится. А у кого-то Марвел. Ну, цвет, да, ассоциируется с Марвел, все понятно. А я вот за дизайн. У меня почему-то дизайн либо фильм «Чужие», либо «Пятый элемент» ассоциации. Так, и вот такой вариант я хотела показать. Он делается еще быстрее. Здесь есть вот такой элемент прикольный на шармиконе для капсулы. Можно взять либо серебро, либо золото. Также сначала на кусочек теклоса в центре приклеиваете этот элемент. Также сначала берете тонкую кисточку. Человек-паук. Блин, ну какой человек-паук? Ну что, я похожа на Человека-паука? Смотрите, у меня сегодня красные губы, да? У меня сегодня красные губы, синяя рубашечка. Смотрите, как классно. Причем мне, знаете, вот мне нравится одна рука полностью однотонная, несмотря на то, что сейчас тренд дизайн на всех 10 пальцах. Это тренд однозначно, огромная длина и много-много дизайна на всех 10 пальцах. Но я чисто физически не высиживаю столько. Вот, и я как бы хочу этот тренд поддержать, но так как мне все-таки на минуточку 38 лет, и скоро мне 39, ну полностью с разноцветными, мне не подходит под мой имидж. И поэтому я сейчас стала, смотрите, видите, чтобы облегчить перегруженность композиции дизайна, а дизайн я все равно люблю делать, я делаю руку одну однотонную, прям, ну кайф,
А вторую тогда я делаю с дизайна. Видите, такую всю липоватую, разноцветную. И очень, кстати, классно дружит с гардеробом тогда. Ну, как бы это не смотрится на мне глупо. Ну, людей, конечно, в шок приводит моя форма ногтей, длина, но мне пофигу, потому что я как бы это продаю, я про ногти, я про дизайн. И если, конечно, когда мне там говорят про тренд «натуральные ногти прозрачным лаком покрыты», я всегда говорю «все в сад». У меня ногти натуральные от природы, уродские, малюсенькие. И даже просто гель-лак вот такой короткий на мне смотрится отвратно просто. Ненавижу свои ногти даже на длине единичка. Там, а если где будет этот тренд на натуральность? ТикТок, посмотрите, там у всех вот такие. Ну, ТикТок, Галя, ТикТок, он про молодежь. ТикТок больше про молодежь, там про тренд молодежи. Вот, и я, ну, как бы, я этот тренд очень люблю, я его поддерживаю в любом случае, но я за то, чтобы вот делать разные две руки. Одну делать спокойно, она будет очень сильно уравновешивать вторую руку, которая будет перегружена дизайном. Это для тех, кто любит дизайн. Капсулу уже спрашивайте. Смотрите, капсула уже есть в продаже, девочки. Капсула это уже не каминг-сун, она уже есть в продаже. Она есть на сайте в интернет-магазине amyshop.ru. Она есть у дистрибьюторов. Вот, поэтому капсулу уже можно купить. Капсула, это limited edition, это ограниченная коллекция, маленький тираж. В этот раз сделали совсем маленький тираж. Поэтому, если понравились цвета, успейте приобрести, потому что у нас в этом сезоне много оттенков будет выходить. Вот сейчас я вам, кстати, покажу новинку, еще цвета, базы цветные покажу, гель-лаки цветные еще покажу. Ладно, давайте дальше. Так, поехали. Берем тонко. Сейчас сначала синеньким. Видите, там нужно тоже сначала обвести синим, чтобы ничего у нас не поплыло. Мне очень понравилось вот в такой технике использовать шармиконы. Когда рисунок внутри частично полый. Галь, сейчас нет фокуса. Причем вот эта фигня только в Инстаграм. Смотрите, сам iPhone у меня последняя версия iPhone. Новее нету пока. И вот такой глюк с фокусом, это только когда прямой эфир. Смотрите, не когда сторис ты снимаешь, рилс, а именно когда прямой эфир идет, вот такая фигня происходит с фокусом. Не, вроде все четко. Да. У меня, видимо, еще экран стоит на минимальной яркости. Так, сушим. И смотрите тоже, я сейчас буду здесь заполнять красным внутри, а можно было бы просто оставить пустоту, тоже будет прикольно. Так, смотрите, новиночки. Сейчас я уже заканчиваю, буду показывать вам coming soon. Базы coming soon, гель-лаки coming soon. Coming soon – это ожидается. Я говорю на английском, потому что меня очень много смотрят людей, которые не говорят на русском языке. Так, теперь берем капсулу. Да нет, это никогда слабый интернет, девочки. Он прям видно, что скачет. Вот я делаю приближение. В какой-то момент раз фокус четкий. Когда интернет плохой, оно все видео мутное. Начиная с человека и там заканчивая всем видосом. Все, сушим. Еще раз кладу, смотрите, рамочку с дизайнами. Сделайте скриншот себе обязательно. Смотрите, сколько вариантов может быть.
Ой, а мне, кстати, понравился еще вот этот вариант, я хотела показать. Смотрите, мне так понравился вот такой дизайн. Это быстро, стильно. Показать такой вариант? Давайте сейчас вот эти варианты. У меня как раз уже покрыто синим есть. Я сейчас покажу еще вот этот, как делать. Как раз вот здесь ложечка лежит. Мы сейчас еще этот сделаем вариант. Так, сделали. Теперь берете красный из капсулы. Ой, боже, как же мне нравится сочетание. Вот кто бы мог подумать. Я себе купила роскошное красное платье из эко-кожи. Пинка. Это вообще просто. Я когда пришла, там были эти же модели. Белые, бежевые и черные. Я такая... У меня опять рука потянулась. Думаю, куплю черное универсально. А потом думаю, ну нет, ну блин, я же начала носить яркие цвета. Я купила дорогущее платье, получается, красного цвета. Не сильно получается, с одной стороны, как бы это экономически выгодно, да, это не сильно базовая вещь. Но сейчас, получается, мое красное платье, на самом деле, оно смотрится базовым. И оно у меня идет как основа под многие капсулы, которые можно составить и с пиджаками, и с прикольными кардиганами. Вот тебе и красное платье на осень. Причем оно абсолютно такое, знаете, офисное на каждый день. Оно не нарядное, да, потому что вот мы привыкли. Красное — это, как правило, какой-нибудь коктейльный вариант может быть. Ой, а я себе завтра в Заре куплю красный свитер. Там нашла такой классный, крутой свитер. Завтра в 12 сторис пойду, куплю себе синий свитер, роскошный, роскошного синего цвета. В общем, да, у меня завтра день шопинга с утра. Завтра, кстати, будет прямой эфир от Ани Аколот на моем аккаунте. Она будет работать декорациями из текущей коллекции «Осень-зима». Поэтому вот вы все время просите, показывайте больше прямых эфиров с дизайнами, с декорациями из последних коллекций. Вот, я сейчас с Аней Аколот договорилась. Она будет каждый вторник на моем аккаунте постоянно работать с декорациями Эми. 10:00. Да, в 10:00. Поэтому завтра не пропустите. Гель-лак сушу сколько? Ну, секунд 5. Я просто не сильно жирно наношу. Он, в принципе, не успевает съеживаться. Так, розыгрыш. Розыгрыш я выложу в сторис, девочки. Я обычно результаты сторис выкладываю в сторис. Галь, напомню, там же у меня розыгрыш проходил огромный. Ага. Это посмотри, какая сегодня результаты должны быть. Так, все готово. И здесь я хотела добавить словами из новой коллекции «Осень-зима». У нас в осени-зиме, как правило, опять всякие надписи повыходили прикольные. Это вот надписи, которые последние вышли. Сейчас мы возьмем что-нибудь и добавим. Вот так вот просится сюда, видите, вот так вертикально. Настя тоже делает хорошие прямые эфиры с декорациями на Эми Official World и у меня. Просто не забывайте заходить в IGTV. Смотрите, вот многие не в курсе, что IGTV... многие эфиры, мы же их не все в ленте держим, и многие эфиры, они находятся просто в ИГТВ, в телевизоре. И вы когда в ИГТВ заходите, там сразу видно, где какие эфиры, по какой теме. И у меня вот за последнее время на Эми Official World именно очень много эфиров с декорациями. Потому что декорации у нас сейчас такие очень смелые, очень неожиданные, и вы многие не знаете, как их миксовать. И мы вас сейчас учим их миксовать. Поэтому, Галя, покажи мне на своем телефоне ИГТВ, чтобы я показала девочкам, где искать эфиры.
Да, поставьте уведомления. Ну, даже не уведомления, а в записи все можно смотреть. Я все эфиры сохраняю. Вот смотрите, видите телевизор? Просто они не все эфиры вот здесь в ленте отображаются. Проще найти эфиры, потому что все, что полезно на моем аккаунте, оно сейчас есть в Reels. Смотрите, видите, заходите в Reels. И в Reels куча сейчас мастер-классов классных. Вы видите, сколько сейчас мастер-классов в Reels? Но они здесь более короткие. Там, где вот мы рассуждаем, говорим, много всего, и по дизайнам, вот смотрите, их прям видно. Вот недавно, на той неделе я провела брендовый маникюр, вот здесь Настя проводила микс из новых декораций, вот здесь я работала опять дизайнами из капсул, вот здесь Настя проводила для базового гардероба базовый маникюр черно-белый с новыми декорациями. Вот здесь я работала с новыми декорациями, но только в стиле молодежном. Поэтому, девчонки, кто пропустил за последнее время много моих прямых эфиров, они вот здесь все сохраняются, я все выгружаю, я все абсолютно выгружаю. Ну и Reels не забывайте просматривать. Смотрите, какой сегодня крутой мастер-класс выложили. Это тоже новые декорации, тоже новые декорации. Да, и, кстати, завтра эфир тоже будет и на Amy Official World. Мы вообще в последнее время проводим, на самом деле, очень много прямых эфиров. Amy Official World и мой аккаунт. Постоянно много экспертов работает. У меня работает и Настя Челюбеева, и Аня Колот, и вот сейчас новый эксперт появился, Юля Донченко. Она тоже вот на той неделе проводила эфир по акригелю классный. Скоро будет еще один эфир с ней. Все. Видите, такую маленькую деталь прям вот просится, вертикаль небольшую. Так, теперь как сделать вот такой прикольный, прям действительно космос, такой космический футуризм. Смотрите. Так, берем ноготь. Он уже покрыт у нас капсулой. Вот мы покрыли, да? Просушили. И дальше наносим финальное покрытие. Если это теклос, теклос берете. Если топ с липким слоем, берете топ с липким слоем. Неважно. Самое главное сделать финишное покрытие. Все, делаем финишное покрытие. Блин, испачкала мой красивый фон. Испачкала ноготь. Вот, блин, вот говорят же, нужно одевать перчатки. Испачкала себе уже маникюр. Так, ну смотрите, как раз вот два маникюра уже готовы. Это как раз у меня на острая форма, а здесь вот такая вот форма квадратная. Сегодня будет розыгрыш, да, Галь? Какое сегодня число стоит на розыгрыш? 13. Сегодня, да, сегодня розыгрыш будет в сторис, все результаты выложу. Так, дальше берете набор Gemti Claire. Причем у нас есть набор вот с блестками, с блестящими, да, а есть без блесток. Вот здесь на самом деле вообще, ну, по барабану, какой вы Gemti берете, потому что сейчас текстон пойдет, текстон все перекроет. Ну, я по привычке, если делаю серебро, смотрите, вот я, если работаю серебром, я всегда беру Pearl Gemti. Я беру Pearl, беру кисточку какую-нибудь. Какую взять кисточку? Ну, короче, что под рукой было, то и взяла. Короче, без разницы, какая кисточка. И ну, наша задача сейчас просто красиво. Gemti сразу прячьте. Смотрите, моментально полимеризуется, если бросите. Так, можно лишнее убрать. И потом аккуратненько протянуть. Сделали такой мазочек. Сушите 2 минуты.
Расскажите про новую лампу Эми. Хорошо, сейчас буду обзор делать по новиночкам. Вот они у меня уже стоят, ждут новинки. Сейчас я вам покажу coming soon. И как раз расскажу за новую лампу. Галя, принесешь мне новую лампу? Да, конечно. Так, и теперь берем текстон. Текстон, напомню, продается в наборе у нас. Продается золото и серебро. Текстон. Вот. Хватает на всю оставшуюся жизнь, если будете аккуратно его использовать, не бросать открытым. Перемешайте перед использованием. Для текстона, конечно, лучше всего использовать фен. Смотрите. Лучше использовать фен, он быстрее позволяет текстон просушить. Все, потом берете вот так отдельную кисточку и вот этот вот мазочек, что получился, прокрашиваете текстоном. Галь, принесешь мне фен? Да, сейчас. Все, и сушите фен. Она чистая лампа, что ты паришься? Все, и берете фен и начинаете сушить. Можно положить, конечно, в лампу, но в лампе будет дольше сохнуть. Мне нравится текстон просушивать именно феном. Вот. И после того, как фен высушит это все, вы берете аккуратно снова топ-теклас и проходите только по самому пятнышку. Единственное, топом можно испортить эффект от текстона, поэтому будьте очень внимательны. А что для этого нужно делать? Нужно просто очень быстро сушить. Ой, быстро перекрывать. Сейчас мне пока Галя ищет фен. Я сейчас этот ноготь отложу. Ну, он же где-то есть фен. Да, и я видела, он всегда туда тут лежал. Да, у девочек там. Ладно, пока мне несут фен, давайте по новинкам. Смотрите. Итак, скоро, это где-то, я так думаю, в 25-27 сентября, может быть, в каких-то регионах будет возможность купить эти 4 гель-лака уже ближе к концу сентября, но все зависит от региона. Понятно, что Москва, Питер быстро получают товар, да, дальние регионы медленнее получают. Это промежуточные гель-лаки, они без набора, просто вот захотелось наколеровать именно вот такие оттенки, очень необычные эмали, но с шиммером. Две эмали с шиммером, а два таких, ну, просто плотных оттенка, блестящих. 384, возьмите, вот прям сделайте скриншот экрана. 348, 347, 349, 350. Показываю, что за оттенки. Мне, конечно, вот этот больше всего понравится. Вот кто любители серых оттенков, кто любители серого, да? Сейчас я поближе сделаю, чтобы было видно. Ну, очень необычное сочетание. Такая, знаете, серая эмаль и такой вот персиково-золотистый шиммер. Даже глиттер, смотрите, здесь не шиммер, а здесь глиттер. Смотрите, как красиво. Представляете, какой он будет под матовым красивый. Так, это номер 348. Так, второй, который тоже мне импонирует, я такой люблю, он тоже такой получается, эмаль. Смотрите, эмаль, но при этом эмаль с глиттером, тоже необычное сочетание. И здесь он такой, знаете, крупный белый перламутр. Тоже, я думаю, будет очень классно, здорово смотреться и под матовым в том числе. Смотрите, какой кайфовый. Красивый? Вам какой больше нравится, серый или голубой? Мне и тот, конечно, больше нравится. Вот, да, необычная такая коллекция, 4 оттенка. Они очень разные, они прям очень разные. Получается, вот серый и голубой, это эмали с глиттером, да? 347 и 348, да? Это вот прям такие две эмалики.
А, кстати, смотрите, Текстон, он еще имеет особенность сам по себе высыхать. Видите, он высох практически. Вот. Это краска, она растворитель, она вообще сама по себе высыхает. И теперь сильно такие блестящие. 349 цвет. Здесь просто необычный набор, микс глиттера. Смотрите, это прям такой глиттерный гель-лак. Такого какого-то синего фиолетового оттенка. И очень красивое, необычное сочетание глиттера. Такого какого-то бирюзового. Где-то частично красного. Сейчас давайте в два слоя покроем. Мне кажется, в два слоя. Ну, он и в один слой хорошо, красиво. Так, и номер 350. Вау, не успеваю выкрашивать, куда старый девать. Ну, понимаете, клиенты имеют такую особенность. Вот, понимаете, какая бы у вас коллекция ни была, большая гель-лаков, она смотрит все предыдущее, поднимает глаза на тебя и говорит: а что-нибудь новенькое есть? Вот ее в этот момент готова убить. У тебя 400 гель-лаков разных фирм, разных там всего разного, и при этом она говорит: а есть что-нибудь новенькое? Понимаете, это особенность клиентов. Это когда мы в магазин приходим, да, вроде висят базовые капсулы. Ну, бери, вот оно, все базовое. А мы смотрим то, что новое, понимаете, из новых коллекций. Да, это будет базовая модель с базовым фасоном, с базовым пошивом, но она будет числиться как новая, понимаете? Так, ну я вот этот 349 предлагаю еще разочек перекрыть, прям чтобы... Ну, достаточно плотный гель-лак все равно. Ну, смотрите, какая прям вот разная коллекция, да? Представляете, как они под матовым будут круто смотреться? Но я сейчас уже не буду показывать, времени нет. Так, все, это coming soon, смотрите, это coming soon. Это вот мне сейчас просто привезли со склада, чтобы я хотя бы просто одним глазком начала показывать. Это coming soon. Так, смотрите, наш вот этот tips. Берете самый обыкновенный фен и начинаете сушить. Так, ну, сохнет по-разному. Если воздух холодный, чуть подольше. Ну, вы знаете, понятно, горячим воздухом вы клиенту не посушите, она умрет, как ей горячо будет. Вот, поэтому будьте очень осторожны в этом плане. Я, смотрите, сейчас вот именно эту капельку еще перекрывать не буду, потому что все равно вот хорошо эффект Текстона сохраняется, когда мы... прям дали высохнуть ему. Поэтому потом в конце берете вот так аккуратно каплю, быстренько перекрыли и сразу в лампу. Смотрите, если вы сразу в лампу не засунете, да, а будете елозить туда-обратно, есть вероятность, что у вас просто этот рисунок помутнеет. И если, например, вы не досушили капельку, тоже он помутнеет. Поэтому старайтесь Текстон хорошо просушивать. А чтобы хорошо, это лучше брать именно... фен. Феном наверняка. У серебра, конечно, эффект металла сохраняется лучше всего. Да? В золоте этот эффект металла, он уже не такой явный, но тоже все равно красиво. Так, что дальше? Еще хотела вам сказать, что наконец зеленые гель-лаки. Вот они, наконец, зелененькие, кто ждал. Два правильных зеленых. Один теплый, второй холодный. Потому что все по-разному выбирают зеленые, что в одежде. Вы сейчас, если зайдете в масс-маркет, они зеленые разные висят. Вот этот, конечно, просто офигенский. Ой, что-то у меня тут мусор. Вот этот зеленый, я считаю, он, наверное, самый правильный.
Вот, ну хотя на руках тоже это все от клиента зависит. Вот он, 325-й. Так что имейте в виду, уже у дистрибьюторов у многих есть наличие. На сайте он уже есть в наличии, потому что его месяц не было. У нас когда первая партия зеленых пришла, я ж не знала, что, ну как, все как писали, ой, да кто зелеными будет покрывать, да? Типа они только спрашивают, на самом деле покрывать никто не будет. Ну это оказалось не так. У нас зеленые первая партия закончилась за полдня торговли. Вот, и потом пришлось месяц ждать пигменты, вот, потому что у нас не было для колеровки достаточного количества. Все. Так. Поэтому кто ждал, девчонки, зеленый у вас должен быть. Вот поймите, зеленый это реально просто бум, это такой тренд. Сейчас до конца зимы и до конца весны, весной еще будет бум на зеленые цвета. Представляете, сколько зелени будет следующей весной и летом. Поэтому, как бы вы ни относились плохо к зеленым, а вы многие, вам претят, фу, как это так, ногти зеленые. Девочки, зеленые должны быть у вас в ассортименте. Вот, мы вам предлагаем вот таких два зеленых, они прям универсальные и отвечают всем трендам. Так, зеленые. Дальше, кто поклонники красок, напоминаю, что в наличии сейчас новая бомбическая коллекция красок гелевых, которая с очень красивой упаковочкой, называется «Шторм». Посмотрите. И мы, как и обещали, мы постепенно перешли снова на пятерки. Теперь краски идут в пятерках, 5 грамм. И смотрите, какие баночки новые, красивые. Вы мои малышки сладенькие, какие же вы красивые. Вот, поэтому, девочки, у нас снова краски мы вернули 5-граммовые. Потому что все-таки есть любители красок. Пусть у нас коллекции меньше выходят красок, но они выходят. Скоро им пасты выйдут. Еще ожидается 2 коллекции красок до конца года, по-моему. Поэтому имейте в виду, коллекции красок будет много до конца года. Смотрите, какой красивый. Фиолетовый тоже сейчас тренд на этот фиолетовый цвет. Очень необычная колеровка здесь у красок используется. Знаете, как там и шиммеры, и пигмент, и перламутр. Краски прям необыкновенные получились. И вот на самом деле коллекция «Шторм», она прям, вернее, название «Шторм» четко отвечает за это название. Конечно, круто, вот эти вот все цвета смотрятся в матовом исполнении. Поэтому рекомендую, когда краски купите, клиентам, чтобы показывать, обязательно сделайте вот такую палитру, чтобы была матовая и глянцевая, потому что все цвета просто офигенские какие-то в матовом исполнении. Вот, так, шторм. Ну и самое главное, coming soon. Я ее сейчас прям моделировать не буду этими базами. Это новая формула. Баз. Чем отличается? Тем, что это не мягкая база. Она имеет жесткий каркас в тонкую толщину. Прям такой, знаете, гелевый каркас. Это очень круто, потому что если, например, мастер вообще нулевый, начинающий, и вообще нифига не умеет моделировать, да? Ну, не умеет она моделировать. Делает неправильную архитектуру. Вот эта база будет терпеть вот эти недостатки. Ну, самое главное, чем здесь классно похвастаться, смотрите, здесь абсолютно ядерно-белая база, смотрите. Она вот именно не просто молочная, да, а она ядерная белая. Очень высокая плотность пигмента специально сделали у этих баз. Потому что сейчас на рынке базы цветные, они в основном такие средние плотности, как наши твини. То эти базы, они прям плотные. Можно реально, ну, будет выглядеть как цветное покрытие. Гель-лаковое, смотрите. Не просто скульптурное, а гель-лаковое. Вот, и оно вот все такое плотное. Смотрите, кажется, что это гель-лак, да? Вот скажите, что кажется, как будто это гель-лак. На самом деле это база. И при этом, при всем, у нее шикарная адгезия. Под нее не нужно брать прозрачную базу. Понятно, что есть клиенты исключения. Понятно, что будут такие клиенты, у кого там,
гипергидроз, очень влажные ногти, там еще что-нибудь. Возможно, им нужно будет наносить прозрачную базу. Но вообще мы как бы вели тестирование, чтобы без прозрачной базы. Вот. Это новая формула, нужно пробовать, конечно. Я надеюсь, что у нас появятся еще поклонники, кому зайдет эта формула. Вот, кстати, бежевый, который я 10 раз переколеровывала, мне все было не нравилось. Я не знала, какой бежевый правильный сделать. Я вам уже показывала этот бежевый. Сделали первую коллекцию ASB специально вот таких вот нейтральных, светлых, нежных оттенков. Следующая коллекция, ну это туда ближе уже к ноябрю, мы ожидаем яркие цвета, плотные, но мы там еще пока корректируем. Вот смотрите, цвет пенки. Цвет пенки. Кстати, завтра на IMEI Official World Настя Чулюбеева будет проводить с ними эфир. Тоже не пропустите. Да, можно наносить тонкий слой, смотрите. Вот чем классные эти базы, тем, что они в тонкий слой будут давать, во-первых, плотность цвета и каркас, будет ощущение, что это гелевые ногти. Вот такой будет жесткий каркас. Вот. Чем хорошо, что это вот именно на малюсенькие короткие ногти можно намазюкать и будет шикарно носиться. Даже если клиенты себе сами это купят и намажут пальцем левой ноги, реально это будет классно носиться. Вот они, новые базы, новая формула. Это coming soon. Когда будет, не знаю, смотрите. Надеюсь, что к концу сентября будет возможность уже купить у наших дистрибьюторов. Вот, точную дату не буду говорить. По отдельности, я не знаю, девчонки, но я думаю, что да, будет по отдельности. Будет и набор, и будет по отдельности. Как твини. У нас же твини выходили... или они не будут набором, или они только по отдельности. Они только поштучно будут продаваться. Смотрите, вот они как раз будут не набором продаваться, а поштучно. Вот так, столько всего у нас нового. Круто. Я сегодня молодец. Я сегодня сделала очень много для своей компании. У меня очень полезный сегодня эфир. Обязательно пересмотрите эфир. Сегодня было много всего. Все. Всем пока-пока. Смотрите, завтра эфир на IMEI Official World с Настей Чулюбеевой по Ace Base. Завтра на моем аккаунте прямой эфир по новым декорациям с Анной Аколот. Вот. Очень много эфиров, вообще планируем на эту осень очень много эфиров, поэтому пересматривайте ВГТВ постоянно. Всем пока-пока.